погнали. Я вас приветствую, дорогие друзья, на своем канале. С вами Дмитрий и Ванек. В этом выпуске мы поедем на верховье Маякана. Это туда ехать 20 километров туда. Ну, мы по лесу пойдем. Всем приятного просмотра. Ну вот, Ванек, отъехали. О, Ванек, у меня на Липетер Гусчелет валялся. Он поэтому через воду сейчас поедем. Вот, Ванек, прямо теперь я на восходе. Дальше там продолжим, как приеду. Ну вот, мы мотоциклы приехали, мотоциклы поставили. Я пойдем на верховье. Уже полпятого утра. Костян, Ребров. Вон, Костян, тачки тоже. Ну там не один на верховье, там полно. Ну, ладненько. Потом продолжим. Потом продолжим, да. Наш репортаж. Пошли. Ну вот, вот такое вот верховье. Вообще в гору надо. Мы только сегодня пришли, еще ничего. Нам еще далеко идти. Я вообще там буду видео снимать. Сегодня буду. Ванек идет примерно до Кедровья, может, километров 30, может, будет, а может, больше. Поэтому здесь сегодня пленки не хватит, и дамечи тоже. Фух. Пока отключусь. Мы поднимемся там дальше по дорогам. Вот мы нашли до первой ямы. Вот такая первая яма. Там рыжие мы атакуют уже. Сейчас Харю стоит, не стоит. Можно линкарь тоже здесь можно поймать. А? Вот табор такой. Ну ладненько, нам дальше пора идти, а я пока отключаюсь. Интересные места будут, покажу вам. Вот такой прижим мы преодолеваем. Вот тропинка, вот еще одна ямка. Попалась красота такая. А нам надо идти дальше. Река вроде бы как упал. Такие есть камни. Ладненько, я пока отключаюсь, дальше продолжим. Вот сейчас проходим такую тайгу. Горы все в дыму, тайга горит. Вот такой проходим марь. Болотинистые места. Ну вот мы дошли до вот такого плесника интересного. Спустились. Вот. Вон такое солнце там светит. Красное. Там Ваня рыбачит.
такой камешек. А? Это вот такой вот камешек. Это подбор смерть все же. Вот такая вот красота. Что, на ветке пока нету? Ну ладно, я пока отключаюсь. Как рыбу добудем или на хорошее место зайдем, дальше продолжим. Ну вот, поймал я одного хануса. Вот, вот такой вот мелкий. Клюнул. На черную муху вот такую. Камера еще не фокусируется. Вот на этом плесике. Вот на этом плесике. Вот на таком. Когда рыбачить будем, дальше продолжим. Сейчас, ребята, я вам покажу, как плавает хариус. Сейчас вам селфи палкой покажу под водой. Ну вот, как-то так. Вот так у нас пока расцвело маленько. Сейчас ходим, где вода бурлит. Сейчас идем вот на золотой. Как придем, дальше продолжим. Ну вот мы шли, и на какой-то табор наткнулись. Решили зайти, вот тоже. И ямка такая хорошая. Да. Сейчас попробуем покидать. Может, все добудем рыбки. Ну вот, ребят, мы здесь ничего не поймали. Кидали. Сейчас идем на другое место. Как до золотого придем, дальше продолжим. Ну вот, ребят, решил я вам тоже клевое место показать, тоже такой плесик хороший. Мы пока до золотого не дошли, мимо проходили, вот, решили зайти. Пока рыбы здесь, не знаю, есть, нету. Сейчас будем пробовать ловить. Ну вот, дорогие телезрители, кидали, ничего не поймали. Место красивое, а рыбы нету. Сейчас пойдем до золотого. Ну, если где до золотого будет места хорошие будут, там будут снимать. Но пока я отключаюсь. Ну вот, ребят, тоже место хорошее нашли. Золотой уже почти рядом, недалеко осталось идти. Тоже такой неплохой прижимчик. Плесик хороший. Он там, вот на этом месте тоже искаду стоит. И потом вот на этом месте тоже харю стоит. Ну там кидать, думаю. И вот на этом месте тоже вот. Сейчас будем пробовать. Вот. Главный рыбак. Уже поймал тебя. Да. Конек у нас профессионал по хариусу. Поймал сегодня больше, чем я. Я когда поймал уже две рыбки. И то таких маленьких. Рыбы что-то нет, вообще что-то плохо клюет, нам на погоду, либо что зависит. Мушмухи у нас не те. Ну вот, ребят, Олег поймал одного хорюска, вот, еще одного. Вот. Вот такой вот красавчик. Не убежал, что. Но.
Дальше рыбка там маленько клюет. Сейчас я попробую порыбачить. Вот золотой, сейчас мы золотой перейдем в эту сторону. Дальше места красивые, дальше продолжим. Ну вот я золотой перешел. Еще такой табор тоже есть с золотым. Есть такая тоже классная ямка. Но нет, пока то, что там рыбачит, но я не знаю. Вот. Ну вот мы пришли на другое место, маленько чуть подальше отошли. Здесь рыбка хорошо клюет. Останька только одного. Сейчас одного поймал здесь. Вкус убираем. Все убираем. О! Вот этот поймал он. Ну ладно, как Ванька, если удочку сделать, дальше продолжим. Ну все, удочку сделали, сейчас буду пробовать ловить. Там мушку одну сняли, мешалось просто. Это пока хариус не хотит клевать. О, Олег стоит, рыбачит. Хариус сейчас прыгает. Мы пришли еще на очередное место, красиво пришли. Вот, на очередную ямку. Хариус ушел, короче. Поняли? Ну вот мы маленько отошли, и вот, еще один хариус попался. На желтую муху. Вот. Видно, не видно. Хорошенький такой. Это такое местечко красное. А здесь недалеко. Не там, рыбачи здесь. Рядом. Еще один. Тихо, не торопись. Это мелкий попался. Даже пойдет.
Вот Ванек, вот такого харюза поймал, здорового. Самец. Такой вот красавчик. Место вот тоже такое интересное нашли. Плюсик такой хороший. Я его харюзка такого поймал. Он черный-черный. Он такой маленький. На зеленую муху клюнул такую с блесками. А у них там рыбачит. Шли-шли, пришли на вот аквариум. Там он стоит. Тоже где отдыхают. Табор. И тоже вот. О! Сорвался, да? Сорвался. Ребят, мы еще пока на бассейне. Вот такого я харюза поймал, здорового. Только вот сейчас только вот. Вот такого громадного харюза. Вот такой вот. О, какое лицо. Вот такой вот красавец. Ну вот, дорогие телезрители. Мы еще сюда решили забежать уже. Мы почти до второй ямы дошли, до зимы уже. Там вторая яма за поворотом будет. И смотри, такой вот красивый плесик такой. Вань, кружится, нормально такой харюза поймал. Скоро на зимовья придем, зимовья снимать буду. О, Ванек там поймал рыбки, он харюз. Ну вот, дорогие телезрители, пришли мы на вторую яму. Вот такая же красота. Сейчас Ванек будет пробовать рыбачить здесь. Сейчас посмотрим, есть рыба, здесь нету. Это кто-то такой. Здесь тоже табор такой, тоже здесь. Вторая ямка. Вот тут вообще яма, как яма. Ого-го, яма там. Великан туда развиваться и туда. У нас сейчас, ребят, пришли на еще один плесик, только пришли. Вот сейчас с Ванькой словим. Опять красота. Сейчас только что у Ваньки рыба сорвалась. Вот такая ямка классная. Поймал, да? О, Ваня поймал. Главное только не упустить его. Вот, харюзок. Так, клюет помаленьку так. Сейчас уже ветер. Мы так шли утром с рыбалкой. Шли утром с рыбалкой, потом оставимся в зимовье ночевать, а потом утром домой пойдем. Тоже с рыбалкой. Ну, когда домой пойдем, я там снимать там не буду.
Ну вот мы, ребят, пошли на такой интересный плюс. Мы почти к зимовью дошли. Есть этот плюс рядом с зимовьем. Не знаю, если поймаем, не поймаем. Рыба есть, нету. Если рыбы не будет, то поймем на зимовье. Запись дальше продолжим. Ну, ладно, я отключаюсь, как на зимовье придем, дальше продолжим. Ну что, ребят, пришли на зимовье. Вот второй зимовье. Тропа. Тропа идет. Надеюсь, там зимовье никого нету, чтобы не испортили у меня ложек здесь. Вот такой зимовьишко. Сегодня мы будем его ночевать. Завтра будет видно. Наконец-то хоть никого. Блин, туда не залезли с гоповиком. Такс. Вот такое зима. Здесь, конечно, ничего не видно. Завтра еще видно будет завтра. Не знаю, пойдем на кедровую яму. Завтра как проснемся, как встанем, додумаем. Завтра, если что, домой тогда ходом пойдем. Рыбачить тоже будем. А так, сейчас я рыбу посолю, покушаем и спать ляжем. А то завтра рано вставать. Если повезет, то кедровую яму тоже вам заснимем, там тоже порыбачим. Доброе утро, ребят. Вот мы проснулись, стали. Эх, вот Ванек пакуется. Дальше мы не пойдем на кедровую яму. Дальше далеко идти, да. Там уже обловили нас маленько. Я был маленький рыбы уже. Мы так будем идти домой с рыбалкой. Снимать я пока не буду. Рыбу мало вчера поймали. Ну только здесь видеорепортаж здесь и закончим. Вон солнце почти встает. Маленько проспали. Хотели, конечно, в 3 часа ночи встать, чтобы с утра по холодку идти. Просто сейчас 4. Сейчас уже 5 пошло. 5 пошел час. Ну это у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставь лайк обязательно. С вами был Дмитрий Иванек, Верховья. Также не забываем нажать на колокольчик, чтобы приходило оповещение. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.